Подъезд к Ярославской школе номер 40 стал причиной конфликта между жителями двора по соседству и родителями учеников. Этот вопрос был поднят на личном приеме у мэра Артема Молчанова. Жители 32-го дома по Авинной обратились к градоначальнику с просьбой ограничить въезд в их двор автовладельцев, которые привозят детей в школу. Калитка в общеобразовательное учреждение, через которую проходят сотни учеников, рядом с жилыми домами. Другая со стороны проезжей части. Остальные закрыты в рамках антитеррористической безопасности. Все люди, жители Красного Перекопа и дети, которых в районе 1000 человек, учащиеся в 40-й школе, идут в школу и школа через наш двор. Родители, которые приезжают за детьми, паркуются у нас во дворе и как бы рядом с двором. А здесь же идут дети, что как бы вообще небезопасно. Вот с той стороны, когда ходишь, в принципе удобно, но плохо то, что всего два входа в школу. То есть либо с одной стороны, либо с другой стороны. И когда идем с той стороны, с левой, то есть обходить очень много получается. Мэр Артем Молчанов пообещал разобраться в ситуации. Поручил провести публичный опрос жителей и родителей учеников по поводу удобного прохода в школу. Также обсудить с руководством общеобразовательного учреждения возможность открытия альтернативного доступа. Давайте обсудим еще раз департаментом образования с точки зрения возможности поиска компромиссного решения. Вот два предложения, два решения, которые будут сейчас даны для того, чтобы их сделать. И, коллеги, просьба ответ за моей подписью тогда, чтобы я увидел, каким образом решился.